Сергей Дарнобит, 18 лет, село Ломоносово, Нижнегорский район. Пробовать новое и развиваться – все это про Сергея Дарнобита. В свои 18 он завершает последний 12 класс в Феодосийской школе-интернате для слабослышащих детей. В учебном заведении он лидер и хорошо учится по всем предметам, но особенно увлекается точными науками. При этом Сергей артистичный и способный, занимается спортом и является победителем различных конкурсов. Каждый ребенок для нас уникален. Сережа очень способный. Очень интеллигентный, воспитанный ребенок, за которого нам совершенно не стыдно. Мы гордимся его успехами, он очень хорошо учится, он очень активный в общественной жизни школы. У Сергея двусторонняя сенсоневральная тугоухость. Однако болезнь никак не повлияла на развитие. Он активно общается со всеми одноклассниками и нередко помогает им в учебе. Благодаря своим способностям и стремлениям становиться лучше, в прошлом году он получил премию «Преград нет». Для его педагогов эта новость не была удивительной. По их мнению, Сергей заслужил ее своим трудом и талантом. Этих детей нужно поддерживать. Их не нужно жалеть. Поскольку у них ограниченные возможности здоровья, им приходится преодолевать много усилий для того, чтобы вот своих сверстников догнать, проявить себя. Но, тем не менее, мы нужны для того, чтобы им в этом помочь. Одно из любимых занятий Сергея – лепка из глины. Со своими работами он часто занимает призовые места на конкурсах. Все изделия – совместное с преподавателем идея. Несколько дней в неделю он приходит на занятия в кружок, помогает малышам освоить искусство лепки и сам создает новые изделия. Сережа – один из лучших моих учеников. У нас с ним очень много работ уже было. Многие работы побывали на выставке «Звонкие голоса», на других конкурсах. Вот. Сережа очень усидчивый, очень кропотливый в работе. Он работает аккуратно всегда. Помимо этого, Сергей участвует в школьных спектаклях и поет, но по-особенному – руками. Передает жестами слова композиции, чтобы его одноклассники, которые вовсе не слышат звуков, смогли прикоснуться к музыке. И концерт в честь вручения премии «Преград нет» его очень впечатлил. Ну, мы видели там, танцевали там, пели песню. Ну, я учился хорошо, и я занимаюсь спортом. Вот и меня взяли. Вот. И потом я встретил Актенова. Мне дали кубок, там грамоты. Сейчас Сергей старательно готовится к выпускным экзаменам и занимается футболом. В будущем он хочет стать футболистом. И это не просто мечты. Он знает, что у него все получится.